Ольга Бузова удивила поклонников. Оказывается, эта хрупкая девушка может быть сильной и целеустремленной не только в карьере, но и в спорте. Во время отпуска, часть которого артистка провела в Куршевеле, она освоила одну из самых опасных горнолыжных трасс, Красную, на которую допускаются только продвинутые горнолыжники. Новичкам здесь делать, и правда, нечего. На части склона накатанные трассы просто отсутствуют. Мы ездили там, где трасс просто нет, вспоминает Бузова. Были там, где никто не был, катались по нетронутому снегу. Я не только трогала снег, но и ела его, потому что очень много раз падала. Как же я была счастлива, когда сделала то, что казалось невозможным для моего уровня катания. С друзьями ездили только по красным трассам, было снежно, ничего не было видно, я падала, плакала, но, в результате, прошла одну из самых сложных трасс. Напомним, на Куршевель Бузова прилетела с Мальдив, именно на райском острове начался ее отдых.